70 миллионов рублей на поддержку производства в горных районах. Такую сумму власти республики направят на развитие промышленности. Действующая госпрограмма предусматривает конкурсный отбор заявок для предоставления субсидий, гранта, единовременных выплат. Прием заявок на конкурс планируется провести в августе. Победителей определят до конца октября этого года. Об этом сообщил журналистам министр экономики и территориального развития Дагестана. Наша программа – это несколько мероприятий, которые обеспечивают поддержку мелкого бизнеса, мелких производств, и мероприятия, которые не предусмотрены в других отраслевых программах. К примеру, развитие сельского хозяйства, развитие туризма, там другие программы, которые реализуются отраслевыми ведомствами, кстати, с участием федеральной поддержки. Поэтому, на наш взгляд, те объемы, которые сегодня в текущем году предусмотрены, они отличаются существенно от тех объемов, которые ранее предусматривались, в лучшую сторону. То есть мы на развитие горных территорий с каждым годом все больше и больше предусматриваем средств. За счет этих средств собираются решить несколько задач. В том числе будет приобретено оборудование по производству пищевых товаров. Также средства пойдут на строительство малогабаритных теплиц и логистических центров хранения продукции.